Приветствую все зрители этого видео, что происходит, профессор. Спасибо, что присоединились к нам. Здравствуйте, Вальтер. Я благодарю вас за то, что присоединились к нам, и, как обычно, попрошу вас совершить молитву. Отец Небесный, мы живем в такие знаменательные времена, и у людей есть вопросы. Помоги нам, Господь, через Твой Дух Святой дать правильный совет, согласно Твоего Слова, во имя Иисуса. Аминь. У нас было несколько комментариев к нашим предыдущим видео. Также было задано несколько вопросов. И если вы не против, то можем ли мы обсудить некоторые из этих вопросов сегодня? Конечно. Во-первых, кажется, что существует некоторая путаница в том, что именно является начертанием зверя. Можете ли вы уточнить немного для нас этот вопрос и внести некоторую ясность? Да, конечно. Как я вижу, в вопросах люди спрашивают о чипе, и они хотят знать, является ли это начертанием зверя. Это очень интересная тема, и я знаю, что среди евангелистов в мире существует мнение, что начертанием зверя является чип, который вживляется либо в руку, либо на чело, и в основном работает как банковская карта со всеми вашими данными, кто вы есть, что вы есть, а также многое другое, и так далее, и так далее. Является ли он начертанием зверя? Вы должны подходить к этому вопросу с библейской точки зрения. Кто такой зверь и каково его начертание? Только Библия единственная может сказать вам, что такое начертание зверя и кто такой зверь, потому что там мы имеем дело с этими вопросами. Библия говорит нам, кто такой зверь. Зверь, согласно Библии, это политическая система. Такое определение мы находим в книге Даниила. Четыре животных, четыре царя или царства, которые возникнут. Итак, это политическая система, а женщина в Библии символизирует библейскую систему. Другими словами, это церковь. Итак, в Библии мы находим женщину, сидящую верхом на звере, то есть у вас есть женщина, контролирующая политическую систему. Вот что это означает. Итак, кто такой зверь? Для этого вы должны перейти к 13 главе книги Откровения, там будет описание зверя. В 13 главе Откровения зверь представляет собой конгломерат всех зверей из 7 главы Даниила, где первый зверь похож на льва, второй похож на медведя, третий похож на леопарда, а четвертый – ужасный зверь с 10 рогами, а затем появляется маленький рог. В книге Откровения у первого зверя есть все эти составляющие, и все реформаторы, будь то Мартин Лютер, Джон Нокс, Кальвин, или один из проповедников-евангелистов, таких как Уэсли или Спердженн, все они были согласны с учетом упомянутых критериев, согласно которых описанная система — это римско-католическая система. Римско-католическая система является единственной церковью, которая квалифицируется не только как женщина, как церковь, но и как политическая система, потому что она имеет политическую сущность. И иерархия в этом политическом образовании такая же, как, например, король и принц. Кардинал представляет принцев, а папа представляет королей. Поэтому эта система квалифицируется как система зверя. Итак, это политическая система. И этот зверь имеет начертание или знак. Так что если вы хотите узнать, что это за знак, то единственный способ узнать – это спросить зверя, каково его начертание или знак. В Библии описывается, что у Бога тоже есть знак, или символ, или знамение. Если вы прочитаете Ветхий Завет, вы обнаружите, что суббота была знаком или начертанием, которое указывает, кто является Творцом, тот, кто является освящающей силой в нашей жизни. Вы прочитаете в книге Иезекииля и во многих местах Библии. Итак, знаком его власти является суббота.
Потому что за шесть дней Господь сотворил небо и землю, море, источники и вод. И это что нам говорит о том, так это то, что Он наш Творец. Поскольку Он искупил нас из Египта, это говорит нам о том, что Он наш Искупитель. А Римско-католическая церковь однозначно заявляла во многих местах на протяжении всей истории, что знак ее церковной власти в том, что она выше Библии и что она принесла празднование библейской субботы на первый день недели, на воскресенье. И она использует это в качестве пункта. И совет в Тренте ясно дал понять, что это ее знак церковной власти. И хотя протестанты, несмотря на то, что они говорят, что Библия является их высшей властью, они фактически подчиняются Риму, а не священным писаниям. Итак, они говорят, что это знак их церковной власти, и этот знак будет навязываться. Много-много исторических документов и их действия указывают на одно и то же. Рим всегда воевал против библейской субботы, которая является знаком Бога, и заменил ее своей властью. Итак, это вопрос послушания. В футуристическом мышлении есть эта идеология знака или начертания, которая имеет моральное значение в отношении того, какого я признаю авторитетом в моей жизни. Является ли Бог Библии, или это церковь и ее иерархия? Кто из них является авторитетом с точки зрения моего спасения и моего послушания? Итак, если они вступают в конфликт друг с другом, то это подразумевает выбор. Поэтому если Бог просит меня признать Его авторитет, а церковь просит меня признать ее авторитет, тогда я должен сделать выбор. А теперь поговорим о чипе. Не исключено, что такой механизм может быть использован. Но это не знак зверя. Потому что зверь — это католичество. А зверь уже определил, что это за знак. Чип позволит вам заниматься банковскими делами. Это может быть средством, скажем так, чтобы определить, как вы ведете банковские дела. Но это не знак зверя. Это, возможно, предшественник вопроса о невозможности купить или продать. Но это не моральная проблема. Это не моральная проблема, как я подхожу к своему банковскому счету. Если я использую банковскую карту, которая также является чипом, он просто в карточке. Я не думаю, что Бог обеспокоен тем, как я могу получить доступ к своему банковскому счету. Этот чип, который они могут имплантировать в вашу руку, представляет собой несколько более сложную систему, потому что она подразумевает нечто большее, чем просто чип на карте. Вы помните, что чип на карте был изменен после 11 сентября. На этом чипе прописано, где вы живете. Там же содержится много дополнительных данных по вашему месту жительства, множество параметров, связанных с вашим идентификационным номером или номером социального страхования, с которым связан этот чип. Так что будь то на карте чип или на вашей руке, это все средства контроля. Да, он может быть в системе с точки зрения определения, как вы покупаете или продаете, но это не знак или начертание, потому что знак должен быть идентифицирован в соответствии с библейскими критериями. Знак зверя — это римский католицизм, и он имеет знак власти. Если люди хотят получить более подробную информацию об этом, им придется серьезно изучить Библию. Есть несколько лекций на DVD, которые мы записывали в прошлом. Например, «Массовая атака» — это лекции о всех высказываниях Рима относительно переноса субботы на воскресенье как знака их церковной власти. Есть еще одна лекция, которая приходит в голову, она называется «Два зверя становятся друзьями».
где стих за стихом 13 главы Откровения мы обсуждаем две политические системы, которые будут активны в реализации начертания или знака зверя в одно и то же время. И помните, что знак зверя имеет отношение к поклонению, потому что в Откровении говорится, что они поклонились первому зверю. Поклонение связано с признанием авторитета. Я поклоняюсь Богу, потому что я признаю Его авторитет в моей жизни. Он выше меня. И я оказываю то послушание, которого Он требует, потому что у Него есть власть. Но если земная система возьмет эту власть и сделает ее своей, и обеспечит соблюдение закона или знака, противоречащего Божьему, тогда я должен сделать выбор. Вот в чем смысл всех этих вещей. Есть некоторые другие лекции на эту тему, а также, возможно, вы можете добавить несколько ссылок, чтобы люди могли посмотреть на некоторые из этих лекций, касающихся этих вопросов. Хорошо, мы сделаем это. Я напишу ссылки ниже в описании под видео. Еще один вопрос об этом чипе. Скажите, будет ли это моральным выбором, если этот чип будет навязываться людям или людей будут заставлять брать его? Это хороший вопрос. Был ли это моральный выбор, когда вы получали банковскую карту? Нет, это не был моральный выбор. Все зависит от морального вопроса в отношении этого чипа. Он, вероятно, может посягать на моральные вопросы. Если ваша личная конфиденциальность пострадала как следствие, но, как мы знаем, даже с картой ваши личные проблемы могут быть разрушены. Я думаю, что люди будут сопротивляться микросхеме подобного рода, хотя многие страны уже ввели его. Я не думаю, что это моральная проблема, если она влечет за собой только то, что вы получаете доступ или возможность покупать или продавать, или ведет к безналичному расчету и любому из них, тогда кредитная карта не будет моральной проблемой. Если есть другие проблемы, то это может стать моральной проблемой. Но если это просто банковское дело или доступ к счетам, то я не думаю, что это моральная проблема. Хотя в философии это, конечно, становится моральным вопросом, но тогда банковский счет и доступ к банковскому счету становятся моральным знаменателем, а не Словом Божьим. То же самое я вижу и в другом вопросе, который у нас был в комментариях ранее, когда мы использовали в одном из видео компьютеры фирмы Apple. Не могли бы вы прокомментировать это? Да, вы говорили мне об этом комментарии. Почему мы используем компьютеры фирмы Apple? Мы живем в мире, но это не значит, что мы должны быть от мира. Кто контролирует индустрию мира? Мегакорпорации. А кто контролирует мегакорпорации? Согласно Писанию, Вавилон контролирует мегакорпорации. Существует связь между религиозным и экономическим миром. У нас было много лекций по этому вопросу в прошлом, но вы знаете, людям придется посмотреть всю серию лекций «Массовая атака», чтобы выявить эти связи. Может быть, у них есть время? Да, я поставлю ссылку ниже под описание видео на эти лекции также. Серия лекций «Массовая атака» — это очень давние лекции, но в некотором смысле они вне времени, потому что проблемы остаются точно такими же. Тогда у меня еще было больше волос, когда я проводил эти лекции. Но их можно просматривать снова и снова. Это прекрасные лекции. Старые игроки могут быть уже заменены новыми, но системы все еще остаются прежними. Итак, что касается компьютеров Apple. Давайте посмотрим на любую проблему. Если вы хотите быть частью этой мировой мегаэкономической структуры, то вы должны быть частью этой системы. И в основном она заключается в том, что эта система, согласно Писанию, контролируется не Богом, а другими силами, эзотерическими силами.
Итак, вожу ли я автомобиль с эзотерическими знаками на нем? Заправляюсь ли я бензином на заправке? Все они вовлечены в эти вопросы. Например, если вы возьмете некоторые нефтяные компании, у них были интересные символы. Они изменились за годы, но они все еще имеют эти эзотерические коннотации. Я имею в виду, что одна из крупных компаний когда-то имела символом своей фирмы Пегас, летящий конь, бог смерти. Он был их символом. О, ничего нельзя иметь общего с этим, но моя философия проста. Я нахожусь в мире, и я должен использовать системы в мире. Но я не должен быть привязан к эзотерике или к философии этих систем. Итак, могу ли я водить машину, которая принадлежит мирской системе, чтобы делать работу Господа? Конечно, я могу. Могу ли я использовать компьютер, чтобы выполнять работу Господа? Конечно, могу. Я мог бы также использовать это для неблагородных средств или целей. Есть много того, что доступно, но это моральный выбор. Буду ли я использовать этот продукт в благородных или неблагородных целях? И пока я использую это в благородных целях, тогда я могу использовать это, прямо говоря, оборудование дьявола и деньги дьявола для продвижения работы Господа. Спасибо за объяснение. Есть также некоторая путаница по поводу малого времени скорби и большой скорби. Не могли бы вы объяснить нам разницу? Окей. Это прогрессирующая проблема. Малое время скорби – это период времени до внедрения знака или начертания зверя. Другими словами, беспорядки в мире увеличатся, стихийные бедствия станут очень заметными. В основном вы можете просмотреть список из Евангелия от Матфея, 24 глава, и посмотреть, какие проблемы возникнут в конце времени. Будет много мессий. И даже сегодня есть некоторые проблемы. Некоторые, в кавычках, мессии собираются явить себя. Происходит большое волнение. Но Иисус сказал, «Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вон он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого». Итак, у нас есть этот период великих беспорядков, и это называется малым временем скорби. Когда ваши личные свободы будут ограничены, и в конце концов это действие придет к тому, что народы разозлятся и будут все больше и больше требовать морали, мир рухнет. Они скажут, что мораль улетела в окно, поэтому у нас все эти беспорядки, эти бедствия, и, возможно, они даже скажут эти вирусы. И все это потому, что люди оставили Бога. Автоматически, что приведет людей к принятию религиозного законодательства. Если вы принимаете законы Ноаха, о которых мы говорили в прошлый раз, они имеют религиозную окраску, потому что вы должны признать одного Бога, и ты не можешь хулить того Бога, который есть закон. И теперь этот закон означает, что на каком-то этапе он должен быть реализован. Поэтому к этим законам должны быть приложены религиозные законы. И очевидно, есть несколько сотен законов, которые являются подразделами этих законов, которые могут быть реализованы. А теперь, если вы должны признать одного Бога, тогда, конечно, у вас также должен быть день поклонения этому единому Богу. Итак, все эти бедствия и это время малой скорби, когда ваши личные свободы ограничены, вы не можете ни покупать, ни продавать, становятся все более трудными из-за обстоятельств, которые ограничивают человеческое движение, и человеческая свобода приведет к тому, что люди скажут, что все эти вещи происходят потому, что мы отвернулись от Бога. Мы убрали из школьной системы Бога, мы забрали Его из общественной жизни, мы можем даже не молиться,
мы приносим детей в жертву Молоху, и так далее. Давайте вернемся к Богу. Давайте утвердим это на законодательном уровне. Так что, конечно, итоге малое время скорби приведет к юридическим вопросам и законам, которые заставят вас придерживаться конкретной модели. И как только будут приняты эти законы, которые противоречат закону Бога, но не обязательно противоречат законам зверя, против которых мы предупреждены, вам нужно будет сделать моральный выбор. И как только этот моральный выбор станет окончательным вопросом, тогда настанет время великой скорби и начнут изливаться язвы. Итак, после того, как эти законы вступили в силу, есть еще короткий период времени, когда люди должны иметь возможность сделать моральный выбор. Дверь благодати не может быть закрыта, пока не приняты законы. Потому что, когда законы примутся, люди должны будут выбрать между Богом, законом Божьим и человеческим законом. И когда они находятся в конфликте друг с другом, это моральная проблема. Это проблема поклонения. Это наводит на мысль о том, что в духе пророчества была цитата. Есть книга «События последних дней», глава 10, заглавие «Время малой скорби». Начало времени скорби, о котором здесь идет речь, не относится к периоду, когда начнут изливаться язвы, а к короткому промежутку времени незадолго до этого, когда Христос еще будет находиться в небесном святилище. В это время, когда дело спасения будет заканчиваться, на землю придет скорбь и рассвирепеют народы, но они будут удержаны, чтобы не препятствовать работе третьего ангела. Это интересно. Другими словами, законодательство, которое противоречит закону Бога, имеет знак зверя, еще не будет принято. Итак, мы должны находиться в малом времени скорби. Затем наступает время великой скорби, вместе с великим временем скорби, после принятия закона, после того, как люди приняли решение, начнут изливаться язвы. Но Бог обещает защиту от язв для всех, кто не принимает знак или начертание зверя. Поэтому это очень важно, чтобы мы понимали, что такое знак или начертание зверя. Вот почему люди, возможно, должны посмотреть на некоторые из этих лекций, чтобы увидеть, что Библия говорит об этом. Также в это время скорби будет время скорби Иакова или бедственное время Иакова. Итак, в чем же заключается проблема Иакова? Иаков тяжело согрешил тем, что лишил Исава его первородства. И в этом смысле он боролся с Богом относительно того, был ли он прощен или нет. Поэтому в то время, когда дверь благодати закрыта, и, в принципе, вы ничего не сможете сделать для своего спасения, кроме как положиться на того, кто искупил вас, то есть на Иисуса Христа, это время, когда вы переживаете бедственное время Иакова, когда вы боретесь с Богом и говорите: «Господь, признал я все свои грехи, простил ли ты мне все мои грехи? Омыл ли ты меня в крови Агнца, или во мне есть грех, который помешал тебе сделать это?» Это душевная мука и страдание. Но тогда приходит вера. Вера берет на себя обетование Божье, и вера не отпускает их так же, как Иаков не отпустил Иисуса, когда он боролся с ним. Он сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Это наша боль. В то время мы ухватимся за Иисуса и скажем: «Я не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И Библия говорит, что Он победил Бога. И поэтому каждый, кто сделал Иисуса своей скалой, восторжествует, потому что Иисус покроет их своей праведностью. Итак, в течение малого времени скорби нужно ли заботиться о своих нуждах, например, самостоятельно выращивать продукты? Да. Когда вы приходите к великой скорби, и язвы изливаются, тогда вы больше ничего не можете сделать. Вы полностью полагаетесь на Бога.
На самом деле вам придется бежать в горы, потому что они будут преследовать Божий народ, тех, кто отказывается принять знак зверя, и они объявят их врагами государства. Потому что, наконец, мир объединился и решил сделать одно дело в унисон. Но вот есть группа, которая говорит, нет, это противоречит законам Бога, я не собираюсь это делать. Тогда будет огромный гнев и преследование, и тогда вам придется бежать в горы. Тогда вы полностью полагаетесь на Бога. Тогда вам потребуется обетование, что хлеб и вода вам будут даны, что в случае необходимости Бог даст манну с небес, или вороны накормят вас, как они кормили Илию в пустыне. Но в малое время скорби обеспечьте себе землю, где вы сможете выращивать свои собственные овощи, потому что в это время вопрос покупки и продажи будет очень острым. Все это должно предшествовать тому времени, а также предшествовать начертанию зверя. Ничего невозможно будет ни купить, ни продать. Все будет полностью отрезано. Возможности покупки и продажи будут отрезаны из-за закона начертания зверя, которая еще не вступит в силу. И последний вопрос. Можете ли вы дать нам ясность о том, когда наступит конец времени? Если вы хотите узнать о конце времени, вы должны вернуться снова к этой книге. Когда вы читаете 12 главу Даниила, там говорится в основном, когда начинается время конца. Время конца, согласно 12 главе Даниила, в конце 1260 дней, которым реформаторы применяют принцип «день за год», называемый временем или периодом папского правления. Итак, если вы посмотрите на этот период, когда Рим действительно имел верховенство над миром, и его диктат или его моральные устои были законом страны, который был между 538 и 1798 годами. В 1798 году политическая власть Римской католической церкви была отнята, и она потеряла свой звериный, то есть политический статус, и была только женщиной, то есть церковью. Но затем в 1929 году Муссолини вернул папское государство, и она вернула себе политическую власть. И так она снова квалифицируется как зверь и как женщина. С тех пор она росла. Библия называет это, что ее рана исцелела. Итак, у зверя была смертельная рана, и он перестал быть политической системой в 1798 году. Но он снова получил свой политический статус в 1929 году, и в конечном итоге весь мир будет следовать морали этой системы. Другими словами, папские законы станут законами стран. Итак, время конца началось в конце 1260 дней, согласно книге Даниила. Начиная с 1798 года, мы перешли от этого периода времени, когда она обладала абсолютной властью, ко времени, когда она не имела абсолютной власти. И потом мы вернемся в период, когда она восстанавливает эту власть, и мы здесь, в этом периоде. Мы здесь, весь мир идет в Рим за моральными устоями. И как только законы Рима станут законами законным нравственным ориентиром, мы находимся в той точке, где мир будет идти за зверем к этой политической религиозной системе. Итак, согласно Даниилу, этот период начался в 1798 году и завершится тем временем, когда она вновь обретет свою политическую власть, навязывая свои законы и моральные ценности всему миру. Спасибо, Вальтер, за эту очень проницательную дискуссию. Пожалуйста, еще раз помолитесь. С удовольствием. Отец Небесный, у всех у нас есть вопросы, ответы на которые мы все хотим знать. Где мы находимся в потоке времени? Время больше не будет проблемой, потому что Писание говорит нам, что после 2300 дней времени больше не будет. Другими словами, пророческое время.
И поэтому, Господь, мы можем только смотреть на знамения, которые исполняются вокруг нас, которые дают нам указания на то, где мы находимся в потоке времени. Помоги нам правильно применять эти указания. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующий раз.